Сегодня в половине седьмого вечера на финляндском вокзале прекратили движение все поезда. На пульт дежурного поступил звонок. Неизвестный сообщил, что здание вокзала заминировано. На место тут же были стянуты дополнительные силы полиции. Сотрудников и пассажиров срочно эвакуировали. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции. Совместно с другими специальными службами, транспортными полицейскими проведена эвакуация пассажиров и сотрудников транспорта. Взрывотехники и кинологи с собаками полностью обследовали здание вокзала. Оцепление было снято уже в половине девятого вечера. Сейчас поезда ходят по расписанию. Шутника уже ищут сотрудники полиции. Напомню, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы.